Всем привет! Я не случайно включил сегодня эту песню. Дело в том, что сегодня 19 мая. Некоторые не знают, что это такое, но вообще 19 мая, ребята, это День пионерии. Я поздравляю всех, кто был пионерами. Но разговаривать я буду вообще не об этом. В этот прекрасный снежный день я решил вам рассказать о ментах. У нас был киоск видеопроката, где кассеты можно было взять, обменять, посмотреть. И были поставщики, которые записывали кассеты, где-то брали, они приносили. Мы их, значит, меняли, людям отдавали. Они отдавали даже паспорта свои, что нельзя было, конечно, делать. В общем-то, но это были, вот, это был закат лихих 90-х, поэтому это еще как-то, ну, было в ходу. И открыли мы с моим другом, с Андрюхой, несколько точек, в том числе сейчас речь пойдет про видеопрокат под ДПНТБ. Это переход, где библиотека. В тот день я сам работал на точке. Мы работали на точках, брали, ну, как бы, проверяли атмосферу, смотрели, какие люди приходят, какие нужды у людей. То есть об основном работали продавцы, но здесь работал я сам. И тут привезли, у нас были фильмы, научные фильмы, и привезли эротику. Эротику мы разрешили, мы разместили на нижней полочке. Значит, ну, только-только-только разобрали. Вот. И тут как вот, ну, наверное, человек чувствовал просто. Потому что чутье, видимо, у некоторых людей развито до такой степени. Подходит паренек. Подходит паренек. Шапочки, вот петушок, если кто помнит, такие сшитые. Подходит паренек, говорит: ребята, эротика есть? Есть, есть. Разговор на нижней полке. Вот эротика. И тут раз, сразу подходит гражданин. Показывает мне корочки свои. Говорит: все, давайте, мы эротику вашу изымаем. Тут паренек говорит: ну, что я могу идти, да? Он говорит: нет, погоди. Что он тебе сказал? Он мне сказал следующее. Он тиражирует, распространяет, снимает эротику. Он просто, ну, занимается порнографией. Он мне предлагал тоже в этом участвовать. Я, то есть, ну, вы понимаете, мое состояние. Челюсть ниже и ниже, ниже, ниже. Ну, тут я понимаю, что это, блин, какая-то подстава, к чертовой матери, просто подстава. И он говорит: ну, все, свободен, спасибо, пиши, садись, пиши. Он мне предлагал тиражировать и распространять порнографию. Тот пишет, подписывается, он его отпускает, ну, видимо, где-то поймал в кармане. И говорит: ну что, будем изымать? Описывает, я говорю: ну, садитесь, описывайте, изымайте. Описывает, изымает. И говорит: ну что, ребята, вот вам повесточка. В милицию Октябрьского района, я вас жду. Хорошо, хорошо. Приходим в милицию Октябрьского района, там происходит следующее. Попадаем в солидный кабинет, в солидный прием. Он говорит: ребята, дело в том, что вы попадаете под статью, ну, вообще, грубо говоря, практически полиция нравов, и вы попадаете под хорошую статейку. Ну, сядете, Михайлович. Он говорит: ребята, а вообще у вас есть, у вас есть ли вот такие вещи, у вас есть справки вообще, кассеты? Ну, такие, говорю: ну, какие справки? Справочки о сексологических исследованиях. Вот, например, ну, вот прям, вот, я до сих, то есть, вот я, собственно, с чего начал передачу, я налил эти штуки, значит, справка о сексологическом исследовании, 15 июня 2000 года, Москва, ОГРЭТА, ИО, Т.
доктору Иракс проведено сексологическое исследование. Видеокассет в оригинальной упаковке с записями фильма в следующем наименовании. «Войди в меня поглубже», 90 минут, «С корабля на бак», 60 минут, «Раздвигайте, детки, ноги», 80 минут, «Верхом на мужика», 75, «Изгибаемый член», «Изгибаемый член 2», «Вездесующий», «Многостаночица», «Трахательная история», «Новые русские девочки», «Кончил в тело, гуляй смело», вот тоже замечательные вещи. То есть, где-то была еще розовая мечта канадских лесорубов, мне понравилось. То есть, ну и как бы подписи там, подписи руководителю отдела сексопатологии Московской гипсихиатрии Кибрик, научный сотрудник отдела Игубов, да? Вот канадские охотники за фурками. Видеофильмы следует отнести к разряду жесткой эротики. Они предназначены для индивидуального домашнего просмотра. Рекомендуется распространять в специализированных магазинах лицам старше 18 лет. Соответственно, правилам торговли, установленным местными органами в данном регионе. Это вот от 5 ноября 1997 Федеральный научно-методологический центр медицинской сексологии и сексопатологии. Вот Санкт-Петербург, армия любовников, что тут? Вечеринка с сексом на десерт. Фактически, представленный процесс фактически содержит записи эротических видеофильмов и программ. На упаковке напечатаны слайды эротического содержания из указанных видеофильмов. Элементов порнографии данные образцы не содержат. Начальник 7-го отдела УОРУИМИ ППН МОБ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области майор милиции Тульнов. Это Санкт-Петербург. Какой год? Год здесь не указан, да? При условии соответствия изготавливаемых копий предоставлены образцы, короче, российским законодательством, законодательством Санкт-Петербурга. Каких-либо ограничений на свободное распространение указанной продукции не установлено, за исключением соблюдения закона РФ об авторских правах и смежных правах. В общем, я так понимаю, мы так поняли, что очень уважаемые люди сидят, смотрят и потом решают, какой это все-таки фильм. Порнографический или он содержит, там было элементы игровые, игровые какие-то элементы. Ну, таких, в общем, таких вот у нас справок, таких у нас не было. Они говорят, ну все, ребята, значит, вы это, все. Небо в клеточку, друзья, в полосочку. А что нам делать? Ну, мы первый раз, извините, мы первый раз распространяем порнографию. Мы не знаем. Ну, мы не знаем, простите нас, мы больше не будем ее распространять. Он говорит, ладно, ребята, приходите, тогда через неделю в 7-й отдел, там поговорим, как бы, ну, уже по душам разберемся. Может быть, что-то мы сможем сделать. 7-й отдел Октябрьского. Все по-другому. Ребята там с нами разговаривают абсолютно по-другому. Там есть такой собачник, решеточки. Там сидят какие-то люди там из Узбекистана или откуда там ломятся. Он говорит, дай начальник, выпусти. Там менты уже по-другому с тобой разговаривают. Он говорит, ну, давай, заходи, смотрели твои кассеты, девочки у них тут на коленях сидят. Ну, блин, все это находится в частном секторе. Все это, ну, уже свободнее, можно разговаривать. Можно просто разговаривать. Как они обещали, мы поговорим. Ну, серьезно, ребята, конечно, немножко испуганные. Мы спрашиваем, а может быть, что-то можно сделать. Они говорят, ну да. Кстати, ребятки, вот они так говорят. Я тогда стою вот туда, вот раз. О, вот она.
Ваше изъятие. Вот она. А. Значит, мы можем что сделать? Мы можем взять вот эти все коробочки, допустим, вытащить из них кассетки контрафактные с растлением. Вот. Из этих коробочек. А вот их сюда сложить. А вот другие кассетки, где уважаемые люди из экспертизы смотрели, которые уже такие же. Прям, блин, такие же, оказывается. Просто вложить. Такие же, но на которые есть бумажки с печатями. Вот. И напишем. Ребята, ну мы посмотрели кассеты. Там ничего запретного нет. Там ничего запретного нет, но есть бумажки, вот эти, которые я вам показывал. И, в общем-то, ребята свободны. О, спасибо вам! Дорогие товарищи милиционеры, спасибо вам! Мы об этом же говорим. Они говорят, но. Есть одно но. Денег. Нет, хуже. У нас есть УАЗик. У него не работает печка. Нужно, чтобы она работала. Ну, конечно, все специалисты по печкам очень большие. Что делать, когда тебе светит тюрьма? Да? За распространение порнографии. Особо, вообще, в особо крупных размерах. В общем, в итоге. Мы идем. Я иду к своему другу Николаевичу. Николаевич. Блин, вот такая фигня. Прости меня, я вот занимаюсь растлением людей. Преступник. Все это стоит печку вывозить. Он говорит, понятно, у нас военных нет. Гараж. При госпитале гараж. Пожалуйста. Выгоняйте, сделай. Все, какие дела. И вот мы выгоняем этот УАЗик, там еще несколько ставишь гараж. Значит, и его делают. В общем, за день его делают, к вечеру мы звоним тому менту и говорим, ну, все. Печка работает. Ладно, туда приезжает. Выходит к тому менту целый полковник Попахин. Говорит, вы знаете, мы вот, я сам лично присутствовал, смотрел, мы сделали то-то. Если будет проблема, какие-то еще обращайтесь. То есть, понятно, тут как-то притух. Ну, целый полковник. Все с нами в машину. Отдал нам наше дело, которое было у нас заведено. У нас преступников, растлителей. Даже. И говорит, ну что, ребята, давайте будем дружить и дальше. Мы видим, может быть, у них много еще УАЗиков, печки поломались. Может быть, поэтому. Мы сказали, да, конечно, да, мы будем дружить. И сам думаю, ну и лучше бы вас и не видели бы больше, товарищ милиционер. Но история имела продолжение. И сейчас я вам расскажу, что было дальше, при том, что продолжение было внезапное, и, скажем, это было резюме, логичное резюме всей этой истории. Однажды, в далеком 2002 году, сидим мы в
ребятами. Пьем пиво у Марика Мажинского. Лежит на кровати человек, мы пришли, он уже лежал, отсыпался, видимо. Как будто не хватило сигарет. Кто поет сигарет? Раз, два, три, четыре, пять. Марик говорит, отправляйте вот этого. Чего он лежит-то просто так? Кто это? Да это муж моей сестры. И сидит на сигарету. Иди за сигарет. Давай, вставай, иди за сигарет. Он одевает журку. Одевает форму. О! Это нет. О! Это тот самый нет. Тот самый. А ребята знали эту историю. Ребята, это о. Ребята, это о. Ребята, это я, но. Я помню, но меня заставили. Вы же понимаете, я ни при чем, я тут, меня заставили, я служба такая, сейчас куплю вам сигареты, ребята, давайте я, вот, где же милиционер, давайте я вам вас развезу по домам, давайте я развезу вас по домам, и мирно, то есть он как-то почувствовал, что сейчас ему будет кипячок, он говорит, ребята, сейчас все сделаем. Дело в том, что, все эти подставы, все эти вещи, они, неправильные. Вот это все неправильно. Вот эти все психологические экспертизы. И вот нельзя вот мальчиков брать и наказывать. То есть нужно как-то, нужно быть хорошими какими-то психологами, чтобы в итоге разобраться. А не испортить судьбу просто молодому человеку, скажем, да? Нужно как-то более подходить, менее хищно, особенно власти, то есть менее хищно, а более человечно, скажем так. Сегодня мы власть, а завтра мы подвластные и наоборот. Конечно, хочу вам сказать, что, ребята, есть и в наших органах люди, которые добросовестно делают свою работу и вникают в людские проблемы. Я понимаю, что это очень тяжело, я понимаю, что это приедается, но, к сожалению, пока по моим личным наблюдениям, их очень мало. Давайте посмотрим с вами вообще нелепость перевода данных справок. Вот давайте первое. Visions. Visions, да? Это что такое? Видение, образы. Можно сказать, мечты. Visions. Здесь у нас перевод почему-то чувственные губы 2. Очень интересно, да? Дальше есть. Что здесь? Ну, извините меня за мой английский. Elements of Desire. А, то есть это получается у нас элементы желания. Здесь мы видим перевод «Возьми меня». Ну, очень интересно, почему так. Ну, вот так, короче. Кроме того, что эти вот господа, наверное, уже устали смотреть. Там просто... Все это. Ну, они еще и, в общем-то, переводить. Возможно, не они переводить не умеют, но кто-то этим занимался, значит. Ring of Passion. Passion. Ring of Passion, да? Кольцо страсти. Да? Кольцо страсти. Здесь мы видим не втерпёшь перевод. Нелепо, непонятно, что, почему, как.
Стартак. Стартак — это звездный удар. Да? Здесь мы видим хрень слаще редьки. Вообще. Ну вот. Одно к одному вообще. То же самое. Стартак. Хрен слаще редьки. Эйс. Мулхолланд. Мулхолланд. Не знаю, что такое, но, в общем, я Мулхолланд — это имя собственно какое-то, да? Ну, может быть, это... Ну, это, в общем, ну, точно не Охиахи трахи. Я не знаю, что такое Эйс Мулхолланд. Да? Вот. Visual Fantasies. Fantasies. Visual Fantasies. Ну, вот здесь это... Я так понимаю, что визуальные фантазии, да? Ну, никак не раздвигайте девственные. Потом вот этот... Вот этот визуал... The Mount. Это так в Канаде зовут полицейских, ну, конных полицейских. Вот. А тут верховный мужик. Да. Все отлично, отлично. Давайте еще посмотрим, что здесь у нас есть. Ну, вот что такое старая отрезанная сага. Звездная сага, возможно. Звездная сага. Ну, ясно. Ну, как бы, здесь я не уверен. Здесь вот это... Как же это читается? Dirty Weekend. Weekend. Грязные выходные. Да. Развратные выходные. Dirty. Нет, Dirty. Dirty. Dirty Weekend. Развратные выходные. Ну, это еще куда нашло. Грязные выходные, развратные выходные. Да. Рабыни. Lip locked. Slave girls. Ну то есть это вот lip locked. Смеющиеся губы, да? Рабыни. Девочки-рабыни. Ну, рабыни, смеющиеся рабыни. Рабыни с смеющимися губами. Девочки-рабыни. Ну ладно, понятно. Значит. Вот это вот. Cage bound. Quits. Ну это ваш клетки разврата, да? Вот это вообще-то вот тут связанные в клетке милашки. Милашка клетка разврата. Ну пусть будет так. Да, разврата или поцелуй засос под свист гнута. Ну это уже вот ага. Полная отсебятина, конечно. Да. Полная отсебятина. Канадские охотники за попками. Забавно. Давайте еще один листик посмотрим. Так, ну вот здесь вот. Брайдис. Макдоу Брайдис. Ну, не буду врать, потому что вот не знаю этого перевода. Out all guys and dolls. Это у нас получается реки и куклы, да? А здесь у нас седина в бороду, секс в ребро. Ну да, ну. Переводы интересные, конечно. Боу, болт, шары, мечи, бильярд, ротик. Пойдет. The Queen of Hearts. Королева сердец. Да?
здесь у нас секс-боксинг. Ну, так, непонятно. Ну, понятно? Непонятно. Так, что здесь еще интересное у нас? Shift Dog Style. Собачий стиль, да? Shift. Это передвижение по собачьи. Да, здесь вот киска в неволе. Собачка в неволе. Киска в неволе. Угу. И вот последнее. Что здесь? Last Canadian Style. Lust Canadian Style. Похоть в канадском стиле. Да. Розовая мечта канадских лесорубов. Да, ну, там, наверное, Поль Баньян, все дела. Все как надо. Знаете, Поль Баньян, да? Герой канадского эпоса. Ну вот, в общем, мы видим то, что это, конечно, ну, очень переводы достаточно неточные, я бы так сказал. Ну, забавно, забавно, конечно, это было поразбирать. Так, с вами был Дмитрий Васильевич. Спасибо вам большое, что вы с нами, подписывайтесь на канал. Всего хорошего.